Всем привет, добро пожаловать ко мне домой. Сегодня у нас первое осеннее видео 2023 года на этом канале. По совместительству видео, связанное со школой. Я вот постаралась сделать его круг все таким ярким, чтобы было не так грустно. Я решила пробовать снять новый для себя формат в виде собирания образов. По идее, это должно помочь и мне, и вам. Мне, потому что я к видео даже никак не подготовилась, я не составила никакие образы. Когда я начала приносить в комнату все вещи, которые мне нужны для этого видео, я поняла, что их у меня немало. Но я не умею их правильно и хорошо сочетать. Я думаю, у многих есть такая проблема. Мне бы хотелось найти сегодня какие-то новые сочетания. У нас в школе все не так строго с одеждой, и поэтому практически все, что я покупаю в свой повседневный гардероб, подходит под школу. Нам, правда, редко что-то говорят, хотя мы можем носить там что-то не совсем подходящее. Ну, допустим, вот такие вот свитшотики я, конечно, надеть не смогу, но в остальном у меня очень собирательный гардероб, не знаю, как это можно назвать. Кстати, я вообще хотела сделать какое-то кликбейтное название с определенным стилем одежды, то есть Back to School 2023, собираю милые образы в школу или что-то в этом духе, но у меня нет определенного стиля, у меня появляются разные настроения, и то я хочу быть old money, то я хочу быть милашкой-кореянкой, то я хочу, чтобы меня никто не замечал и одеваюсь во все черное, балахонистое, то я наоборот хочу подчеркнуть свою фигуру. В общем-то, настроение бывает разное. Мы обойдемся без кликбейтного названия, будем собирать все, что у меня есть. Как снять этот ролик, не переодеваясь? Включение из монтажерки, все ссылки или просто название магазина, откуда приобретена вещь, я постараюсь оставить в своем телеграм-канале сразу после выхода ролика. Так что, если вас что-то вдруг заинтересовало, туда идем. Мне понравился мой образ, который я сделала на 1 сентября. И если бы вы были подписаны на мой телеграм-канал, вы бы его давно увидели. Самым простым шагом будет начать с него. Обычно мне ничего не нравится из масс-маркета типа H&M, которого нет. Хочу еще привести в пример Be Free. Но в этот раз вся новая одежда, которая у меня появилась, из Be Free. Думаю, эти вещи до сих пор продаются, потому что я купила их недавно, и вы сможете их приобрести. Кстати, сейчас очень годный лайфхак. Это вешалка для сушки белья. И моя мама предложила мне вот таким образом закреплять сюда вещи. И теперь у меня на одной вешалке помещается 5 юбок. Это очень удобно оказалось, берите на заметку. Если мне не изменяет память, то на мне была вот эта рубашка. Мне изменила память, это другая рубашка. Всего в вещах у меня 2 белые рубашки. Они немножко отличаются по цвету, что дает мне выбор, когда я сочетаю белые вещи разных оттенков. Но также одна оверсайзная и мятая, а другая по размеру и с кармашками. В общем, обе пригождаются. Потом я решила, что, ну, это очень скучно, да, это мега скучно выглядит. А, это не в моем духе. Ай, ладно, вру, я обычно в школу хожу как карты лягут. И тут нас встречает первая вещь из Be Free. Вот такая вот белая. Она белая вообще-то. Прикольная, оверсайзная жилетка. Довольно редко ношу жилетки, у меня их 2, и то не мои. Базовая черная, kids, роста 140. От какого-то из братьев досталась. И вот такая. Не знаю, будем ли мы что-то из этого использовать сегодня, но они у меня есть. Но это мне все равно показалось пустовато. Мне подогнали целую кучу галстуков. Все от братьев. Я слишком много болтаю, да? Мы так вообще 2 образа посмотрим за сегодня. Надо просто красиво под музычку собирать образы. Можно оставить и так, но я на 1 сентября шла вот таким вот образом. И если брать вверх, поскольку осень все-таки, я накинула сюда вот такой вот плащ из магазина Only. Но мы приобрели его фамилии. Это такой стоковый магазин, не знаю, как его назвать. Туда сгружают вещи, которые плохо покупают, возможно. Или коллекция уже прошла. И из аксессуаров вот такая вот пляжная сумка, как называют ее мои друзья. Хотя я так не считаю. Бренд Tendence, но мы покупали ее в Рандеву. Это магазин обуви. Обуви и сумки. Итак, я готова показать вам готовый образ. Да, юбка, конечно, очень короткая. У нее еще нету шорт, за что и огромный минус. Но я в целом знаю, как это можно решить. Думаю, сюда подошли бы какие-нибудь гольфы, но они не подходили мне по цвету. Жарко, пипец. И вообще, вот так, мне кажется, красивей, но шумно.
горе-блогер. Я думаю, что для разнообразия и большего интереса мы будем чередовать стили. Сейчас был более милый, кавайный, но мы это исправим. Хочу показать вам свое новое платье, в котором я еще никуда не ходила, но оно очень классное на самом деле. Хоть я засомневалась в том, как оно сидит на моей фигуре, отставить сомнения. Платье очень хорошее. И к нему я на Валберсе заказала галстук, который, слава богу, подошел по текстуре ткани. Я не могу это выговорить. Мне его сшила тетя на заказ с вот этой вот картинки. В целом получилось то же самое, но просто у меня фигура не такая. Из аксессуаров я бы надела вот эту сумку, которую я специально заказала на Валберсе для этого платья. Но на самом деле ношу просто совсем теперь. Ну, единственное, что не во все дни школы на самом деле сюда хоть что-то влезет. Я брала ее с расчетом, что я возьму пару тетрадей. Я полагаю, что сюда я надела бы либо вот эти вот мои любимые кроссовки-ботинки на платформе, либо туфельки. Из верха, не отбиваясь от темы, я бы надела черное пальто. Мое любимое пальто. Жалко, оно уже немножко умирает. Дополнила я все дело черными капроновыми колготками и ботинками на платформе. Вот такой вот получился образ. Обязательно в комментариях пишите, как вам и какой стиль мне больше идет. А мы переходим к следующему. На этот раз пока на мне черные капроновые колготки, я не буду далеко уходить от тематики и надену уже свой не новый, далеко не новый образ, но он до сих пор очень красивый. Уже очень красиво. Не хватает одной детали. Наверное, ее знают все, кто хоть немножечко шарит за Алиэкспресс. И вот таким вот образом это все выглядит. Все эти вещи с Алиэкспресса. Хотя на самом деле, если поменять эти пластиковые пуговки, так и не скажешь. Знаете, какого стиля у нас еще не было в этом ролике? Ну, всех, кроме двух, на самом деле. Классика. Вот чего нам не хватает. И не хватает новых вещей. Потому что это... Я же должна показать вам то, что вы можете приобрести, правильно? А переход? Это тоже из тех вещей, что я приобрела в BeFree. Юбку абсолютно случайно, к ней и водолазку. Но на самом деле мне очень нравится этот образ. Почти все, что будет из BeFree, стоило стабильно практически 2000 рублей. Но цены в любом случае обязательно буду писать. Ох, полотно бы такое белое на задний фон. Сюда я на самом деле не подобрала ни одну из своей обуви, чтобы мне прям очень понравилось. Я ходила со своими вот этими ботинками, потому что выбора так-то не было. И честно, я не знаю, что сюда можно надеть. Это пальто тоже из новеньких, я купила его в этом году в Снежной Королеве. Будем считать, что это школьная сумка. Покупала я ее тоже в Рандеву, но пару лет назад. Я бы добавила сюда коричневый беретик, но у меня есть только черный. Даже не знаю. Кстати, то, что мне понравилось в этом пальто, это вот эти вот кармашки, потому что ходить так очень удобно. Да и смотрится прикольно. Я не уверена насчет берета с этими ботинками. Хочу вернуться во что-то более милое. И на самом деле мне было бы интересно попробовать сейчас сочетать вот эту вот кофточку. Она из Loft, стоила около 3. Я думаю, что это хорошо будет смотреться с теннисной юбкой. А, как много еще вещей. Возможно, черная водолазка, но мне кажется, это будет слишком тепло. Я бы попробовала какую-то маечку. У меня как раз есть вот такая укороченная. Ну что, попробуем? Я решила, что сюда хорошо впишутся мои бежевые кроссовки. И в целом, мне кажется, что да. Пора бы поменять сережки. У меня появились новые любимчики после вот этих блестяшек. Я поискала себе еще что-то блестючее и нашла вот эти потрясающие бантики. Очень милые и очень классные. Я бы хотела что-то сделать с вот этим пиджачком. Он у меня от комплекта с вот этой вот юбкой, но когда я надеваю их вместе, я правда как будто бы иду в офис, потому что этот пиджак еще и прям по мне, он по талии сделан. И я вот такая вот прям. У меня еще есть вот эта вот сумка замечательная. И если я вот так вот ее возьму... Нет. Нет.
Не знаю. Можно попробовать так. Но на низ. Покажите, как это смотрится с этой юбкой. Я сильно выросла из этого, кстати. Я думала попробовать надеть сюда брюки, но я сейчас прикладываю юбку. Вам не видно, конечно же. Мне вообще нравится сочетание пиджака и длинной юбки. И пиджака такого, как бы приталенного, как у меня, в общем. Мне просто не нравится уже, как это сидит вот здесь. Да-да-да, очень странная штука получается. К черту этот пиджак с юбкой. У меня есть мои любимые брюки. Они с Валберес, я показывала вам их в одном из влогов. Но это, конечно, очень базово, да? Неинтересно смотреть. Можно добавить сюда обычную черную рубашку. Если мне не хочется наряжаться. Кстати, держите еще один лайфхак. Если вы хотите оставить подчеркнутую талию, но при этом наверху у вас что-то объемное, вот как у меня. Я взяла маму вот такую вот обычную натягивающуюся резинку, завязала ее на расстоянии, которое мне нужно, и просто заправляю в нее. Наверное, это немножко интереснее, чем было до этого. Я бы здесь 100% не парилась и взяла с собой просто черный рюкзак. А вот наверх, вот тут я бы уже использовала аксессуар. Я всегда закалываю беретики невидимками, но сейчас мне лень, так что они будут держаться на добром слое. Либо пальто, либо вот этот плащик сверху. И готово! Я полагаю, что на этом все, потому что уже потихоньку темнеет, и я немножко устала. Хотя у меня осталось еще много вещей, поэтому если вдруг... Ну, мало ли, вам понравилось это видео, и вы что-то из него, возможно, извлекли, что-то захотели приобрести себе, то дайте мне знать в комментариях, пожалуйста. Пишите, если хотите вторую часть, а может быть, третью, четвертую. Я вас всех очень люблю, и всем пока-пока. Я только сейчас поняла, что я так и не составила новых образов для себя, как я хотела изначально. Я показала вам только то, что уже сама надевала. Нужна вторая часть, смекаете?